Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусный праздничный салат «Мимоза». Мы очень любим этот салат, и на праздничный новогодний стол хочется подать его в необычном и небанальном оформлении. Салат я буду собирать вот в такой разъемной форме. Первым слоем идет картофель, который я отварила в мундире. Натираем его на мелкой терке. Слегка подсаливаем, перчим и промазываем майонезом. Следующий слой идут консервы. У меня сайра, жидкость я всю слила и размяла ее вилкой. Далее мелко нарезанный лук. По желанию, чтобы лук не горчил, его можно обдать кипятком. Промазываем майонезом. Следующий слой – отварная морковь. Ее я также натираю на мелкой терке. Слегка подсаливаем. И снова майонез. Яйца я отварила и разделила на желтки и белки. И теперь натираем белки. Немного промазываем майонезом. И последним слоем я натираю сыр на мелкой терке. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на пару часов пропитаться. А пока я подготовлю украшения. Из отварных яиц будем делать красивых мышек. Сыр я буду использовать для ушек и хвостика. А глазки и носик сделаю из гвоздики. Вот такая мышка получается. Сделаем несколько штук. Я сняла пленку и убрала форму. Теперь бока я смазываю майонезом. И закрываем сыром. Нам осталось сверху натереть желтки и украсить мышками. Вот такой нежный, воздушный и очень красивый салат у нас получился. По желанию можно отрезать кусочек и украсить салат вот таким образом. Все, спасибо, что были со мной. Пробуйте, готовьте. Я буду ждать от вас отзывы у себя в комментариях. Обязательно напишите. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Заглядывайте на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю простые и быстрые рецепты. Ссылку оставлю в описании. Ну и всем пока-пока!